сторону трассы номер 1, которая ведет к Сан-Франциско через Санта-Барбару, Малибу. Ну и что там еще? Там сломался мост, поэтому придется часть ездить в отъезд. Ну, посмотрим, что. Первый раз видим сосиски, вернее, панкейки сладкие с сосисками. Лос-Анджелес. Санта-Моника. И нет сети. Все круто, но нет сети. Продают, как у нас, видите, с машин. Вот, прям клубничка была. Вот такая Адыгея местная. Американский городок Вентура. Мы вот едем, тут очень интересные деревья растут с голубыми цветами. Когда они цветут, они теряют листву. Только остаются цветочки голубые, типа нашей сирени. В общем, мы в Санта-Барбаре. Это те самые арки из фильма «Санта-Барбара». Вот они, эти арки Санта-Барбаровские. Как сказал Саша, как ты сказал, место нашей мечты. Да. Почему только не поняла? Ну ладно, не важно. Мы же мечтали сюда приехать. Ну прикольно. Это прям прикольно. Это не дом Сиси Кэпфула. А это Old Mission Санта-Барбара. В общем, типа монастырь. Mission Church. Здесь рисуют. Да, вот возле церкви. Такие сумочки. Всякие, все ходят и смотрят. А на арки никто не обращает внимания. Видимо, мы очень старые. В городе нашей мечты. На парковке. Идем очень... в какой-нибудь ресторан. Да, идем в какой-нибудь ресторан, в котором мы мечтали. Чтобы там съесть еду нашей мечты. Тут очень чисто. И нет вообще бомжей. Жители Санта-Барбары очень богатые люди. Все миллиардеры живут здесь. Вот видите, даже все кустики подстрижены. Вот, у них есть, наверное, все для жизни. Мы тут чуть-чуть заказали поесть в Санта-Барбаре. Вот такие вот порции. Это у меня клаб сэндвич. А у Саши моцарелла какой-то, да? Или как это называется? Ну, здесь очень красиво. В Санта-Барбаре очень красивые люди, очень красивые дворики и все супер. И вот сколько это стоило. Такой вот замечательный дворик, и там куча ресторанов. Он такой обособленный, клевый, и там было очень вкусно. Вот такая вот Санта-Барбара.
Нам очень-очень нравится Санта-Барбара. Офигенный городочек, приятный. Но нас все время не покидает ощущение, что это не Америка, а Испания. Какой-то прибрежный Испании. Может быть, поэтому нам все и очень нравится. Это такая милая заправочка в Санта-Барбаре. Какая она красавица, Санта-Барбара. Город нашей мечты. Самое красивое место. Клёво. Новый отель называется Sea Crest Ocean Front. Такой маленький отельчик с видом симпатичненько. Можно посидеть, посмотреть, попыриться на море. Такой вот у нас шримп-коктейль. И краб-кейк. Супермаркеты с алкоголем здесь работают до 2 ночи. Я тебе не знаю. Такие вот разные. Вообще непонятно. Вот такой вот наш отельчик. Ночью. Вот люди сидят. Делают шашлыки. И греются у костра.